На основании постановления правительства от 9 сентября 2021 года утверждено положение об организации республиканского конкурса «Лучшая школа по обучению иностранным языкам» на премию президента. Согласно документу, конкурс проводится ежегодно среди школ с обучением английскому, немецкому и французскому языкам. При этом в конкурсе могут принять участие только одна сборная команда из 5 учеников с 7 по 9 класс по одному языку из каждой школы. По традиции, конкурс ежегодно проводится в 3 этапа. При этом первый отборочный этап, район или городской, организовывается в феврале. На этом этапе уровень владения иностранными языками участников проверяется с помощью тестовых заданий. Второй отборочный этап ежегодно проводится в апреле. На этом этапе оценивается понимание текста на слух, письмо, чтение и лексико-грамматические навыки участников. А третий, финальный этап республиканского конкурса ежегодно проходит в августе. Проверяется понимание текста на слух, письмо, разговорная речь и чтение на основе международных сертифицированных стандартов владения иностранным языком, а также проверяется знание стран, в которых этот язык является родным. Победители конкурса удостаиваются президентской премии. Отрадно, что в числе финалистов прошлых лет есть и команда из Алмалыка, учащаяся школы номер 5. Республиканский конкурс 2024 года снова стартовал в феврале. 26 февраля на базе Алмалыкской средней общеобразовательной школы номер 17 состоялся городской этап республиканского конкурса. 50 участников представляли команды 10 школ. Согласно положению, каждый участник за 90 минут должен был ответить на 30 вопросов теста. Работу участников оценивала экспертная комиссия, в составе которой лучшие преподаватели иностранного языка нашего города. По итогам набранных баллов были определены призеры конкурса. Третье место завоевала сборная команда специализированной государственной общеобразовательной школы номер 19. Второго удостоена команда средней общеобразовательной школы номер 11. А победителем городского отборочного этапа в очередной раз стала команда средней общеобразовательной школы номер 5. Призерам конкурса были вручены денежные премии в размере 50, 75 и 100 миллионов сумм с 3 по 1 место соответственно. Меня зовут Абдурафиков Имран, я ученик 5 школы, учусь в 9 классе. В этом году мы тоже удостоились занять первое место в городе, и благодаря нашему президенту мы заработали большую сумму. Я надеюсь, что в области и даже в республике нас будут поджидать такие же призовые места, и надеюсь, что у нас получится как поднять рейтинг своего города и нашей школы, естественно. Большую благодарность хочу выразить своим учителям, Усану Абдрафиковичу и Фарзоне Шадибаевне. Все эти месяцы они потратили свое время и терпение, учили нас, готовили нас и вложили в нас свои надежды. Надеюсь, что мы сможем их оправдать и займем первое место в республике. Как подчеркнули организаторы, радует, что все участники конкурса проявили глубокие знания. И каждый достоин похвал. А мы желаем команде школы номер 5 удачи и успешного выступления в следующих этапах престижного конкурса. Лучшая школа по изучению иностранного языка Республики Узбекистан на призы президента страны.